Добрий вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Гаряча лінія». І з задоволенням хочу представити нашого сьогоднішнього гостя. Точніше, гостю. Ольга Вербицька, член громадського об'єднання «Патріот» у нас сьогодні в студії. Доброго вечора, ми раді вас вітати. Добрий вечір. Ольга Миколаївна, останнім часом, ну, ви такий активний волонтер. Ми вас можемо бачити і на площах міста, і в зоні антитерористичної операції. Така активна громадянська позиція ваша, коли ви зрозуміли, що вона потрібна в першу чергу вам? Коли ви почали, стали такою активною жінкою? І цікаво, чим ви займалися до того, як в Україні знатобилися такі люди, як ви? Большое спасибо за то, что я сегодня у вас в гостях. И я очень хочу быть сегодня гостей в каждом доме, в каждой николаевской семье. Потому что я считаю и как волонтер, и как патриот, и просто как житель нашего города, я считаю, что мы на сегодняшний день находимся на той черте, и мы подошли к такому Рубикону, когда от каждого из нас, от нашего сознания, от нашего понимания происходящего зависит судьба нашей страны, будущее наших детей и внуков. Я была у вас в гостях, часто выступала по телевидению, в основном ассоциируя себя как активный член нашего общества, как волонтер, как патриот. Но сегодня, глядя на те события, которые происходят вокруг, не только война, не только гибель наших ребят, не только большие проблемы, большие сложности в жизни каждого из нас. Сегодня мы приходим к той черте, когда я, как человек, понимаю, что мы должны все вместе сделать так, чтобы наша страна, наша Украина жила, была счастливой и процветающей. И я хочу внимание всех моих друзей, близких, родных людей. Это николаевцев. Почему? Потому что мы живем в одном городе. Мы ходим по одним улицам. Мы дышим одним воздухом. И это наша родная земля. И мы же, я понимаю, что мы как люди, мы наделены этим чувством любить, заботиться и стараться сделать нашу жизнь счастливой. Я сегодня ассоциирую и представляю еще себя как кандидат в депутаты горсовета от всеукраинского объединения «Батьковщина». Вы знаете, для меня всегда политика – это было что-то заоблачным, недоступным и вообще грязным и неприемлемым для меня. Но я понимаю, что если мы все будем себя так ассоциировать, если мы будем для себя ставить, что это не наше, это нас не касается, то хорошего нам ждать не приходится. Вы знаете, когда я бываю в зоне АТО, когда я вижу ребят, когда я с ними общаюсь, когда я общаюсь с нашими ребятами, которые сегодня ранены, без рук, без ног, с их матерями, с их детьми, я понимаю, что каждый из нас в ответе за этих ребят, за их будущую жизнь, потому что они, невзирая ни на что, они своими жизнями, душами защитили и дали нам возможность жить под мирным небом, ходить по счастливой земле. И мы должны делать что-то для того, чтобы наша земля была счастливой, наши дети были счастливы, и чтобы мы наконец-то смогли понять, что мы хозяева нашей жизни и наших будней. Поэтому я сегодня здесь и хочу вот привести такой аналог. Вы знаете, я постоянно задумываюсь над одной проблемой. Вот, казалось бы, наша Украина – это то место, где Бог благословил. Благословил и послал благодать этой земле. Вот мы должны понимать и обратить внимание. У нас самая плодородная земля. У нас уникальный чернозем. У нас самые прекрасные чудотворные горы Карпаты, где практически каждый метр – это целебный источник. У нас в Карпатах такие луга, которым, собственно, швейцарским Альпам – это умыться к ним. У нас уникальные моря, Черное море, Азовское море. У нас великолепный климат. У нас самый лучший в мире
алмаз, янтарь, который, собственно, нет равных во всем мире. У нас уникальные природные ресурсы. Родные мои, так правильно используя и распоряжаясь этим Божьим даром, мы должны быть нацией самой богатой, самой счастливой, самой развитой, самой здоровой. И что мы видим? Мы видим то, что мы нация нищая, голодная, босая, больная, необразованная. А почему? А потому что, наверное, Господь смотрит и думает: ребята, я вам дал все, возьмите и будьте счастливы. Ну, как вы считаете, а что мешает правильно все это использовать сегодня? Мы же чего-то добивались в конце 2013 года, когда в начале 2014 года, когда люди на Майдан вышли. А что поменялось, вот, на ваш взгляд? Что а вы знаете, там? Это не 2013 год, не 2014 и не 2004. Это мне очень обидно, что вот это менталитет нашей нации, вот безразличие, равнодушие, надежда на то, что вот придет Дед Мороз или Василиса Прекрасная, махнет правым крылом, у это нас из, будет... это из русских сказок. А это не важно, это сказка, которая, собственно говоря, является источником, источником тому, на чем, собственно говоря, выросла я. Понимаете, мы все равно ждем. У нас есть, если не Санта-Клаус, так на сегодняшний день мы молимся, верим и надеемся на святого Николая. Стукнет посохом, и у нас появится манна с неба. Не появится. Я вам привожу пример. Собственно говоря, может быть, я не всегда люблю рассказывать о себе, но, наверное, это тот момент, вот которого я должна коснуться. Вы знаете, у меня так в жизни сложилось, что, будучи ребенком, 13 лет, в результате ДТП я оказалась без обеих ног. Ситуация была настолько критическая, что врачи давали, собственно говоря, такой ставили диагноз, что я буду прикована к инвалидной коляске. Даже были такие моменты, что моим родителям советовали, мы жили в деревне, моей любимой и дорогой для меня Каменке Очаковского района, которую я низко поклоняюсь, люблю, и благодаря этому месту, святому месту для меня, понимаете, я, собственно говоря, стала тем, кем я есть. И вы знаете, вот когда родителям моим предлагали, что, может быть, стоит ее сдать там, дом инвалидов, ну что она сможет, будет обуза, ребенок будет страдаться, ампутация, протезы сделать невозможно очень высоко, какая у нее там перспектива. И понимаете, если бы вот все это можно было слушать, и если можно было тогда вот на этом остановиться, я бы сегодня не сидела перед вами здесь, я бы не обращалась к людям и не говорила о своем примере, что не останавливайтесь. Не опускайте руки. От каждого из нас наша жизнь, наша судьба в наших руках. Потому что, вы понимаете, нужно любить, любить жизнь, любить людей, верить в то, что если Господь тебе даровал эту жизнь, если есть малейшая возможность что-то изменить, нужно это делать. Ольга Николаевна, скажите, а что помогло вам в 13 лет? Все-таки такой возраст, когда очень легко ребенок мог впасть в депрессию. Что помогло вам и что заставило вас таки встать на ноги? Вот поверьте мне, вот помогло то, что... Вот я верила в то, что я смогу, что не может быть. Ну да, я могла бы сесть и заплакать, и сказать: все, жизнь закончилась, я бедная, несчастная, пожалейте меня, вот понимаете, и вот... Сидеть и ждать этого, так сказать, непонятного человеческого сочувствия. А жизнь надо, в жизни надо, чтобы тебя не жалели, а любили. А для того, чтобы тебя любили, ты должен нести людям свет, добро. И вот, наверное, только из-за того, что когда ко мне приходили друзья, я улыбалась, я старалась. Вы знаете, вот у меня был период 1.5 года, когда вот меня ставили на протезы. Вот рассказать сейчас, что я пережила, это, наверное, даже в страшном сне приснится. Это ребенок, которого ставят на деревяшки, которого идет развитие организма. Это была кровь, это был пот, это были слезы. Но когда я через 1.5 года вышла с института протезирования, я ходила вообще без ничего.
Я школу закончила, я институт закончила стационарно. Я ходила даже без палочки. А кто вы по образованию? У меня два образования. Я стационарно закончила Харьковский инженерно-экономический институт. И уже родив ребенка, я закончила заочно Одесский государственный университет, юридический институт. То есть, понимаете, я в жизни старалась сделать... Ну, вот, почему я начала ходить даже без ничего? Потому что мне казалось, что вот если я иду без костыля и без палочки, то никто не видит, что я там инвалид, что у меня есть это какие-то... Это все равно внутреннее состояние. Безусловно. Если человек сам себя не чувствует. Безусловно. Да. Поэтому, понимаете, я не знаю, может быть, это... Ну, все-таки я надеюсь на то, что это Божий стержень, который вот мне дал эту силу. Но боль, слезы, кровь и все это никто у меня не видел. Я плакала у подушку. Я это делала так, но я приходила, и рядом со мной собирались мои друзья. Вы знаете, я была вот очагом этого, вот такого, понимаете, дружбы, любви, понимания. У нас все вечера, все огоньки, школьные какие-то капустники, они проходили при моем участии, при моей режиссуре. Это вот все было, вот, как говорится, то вокруг такие, этого. Такая активная гражданская позиция, это да. Вообще вот с детства еще. Вот сейчас с детства, она просто трансформировалась. Абсолютно, на сегодняшний день. И вы знаете, вот я не вчера, не сегодня начала заниматься, вот, допустим, волонтерством. Я занимаюсь уже этим практически всю жизнь. Почему? Потому что не у каждого человека, когда вот у него горе, он может с этим горем справиться сам. И вот начиная в 2004 году я создала свою общественную организацию, называлась «Пилка инициативных процессдатных инвалидов». Вы знаете, я где локтями, где лбом, где силой, где криком, я пробивала эти чиновничьи кабинеты, но я делала так, чтобы люди с ограниченными возможностями, чтобы они имели право в нашем обществе жить и чувствовать себя полноценными людьми. Мне по сегодняшний день очень стыдно за нашу страну. Очень больно и обидно, что, вы знаете, я никогда людей не называю инвалидами. Я не делаю с этим, потому что, вы знаете, видя наше общество, я понимаю, что люди с руками, с ногами, с головой и со всеми другими органами бывают гораздо большими моральными уродами и инвалидами, чем люди, которые... в силу каких-то жизненных обстоятельств вот оказались чем-то обделены физически. Но они гораздо могут быть добрее, целенаправленнее, милосерднее. И они могут быть гораздо больше полноценными членами общества, чем все остальные. И когда все-таки пришла беда в нашу страну, когда не просто беда, а мы можем называть это все как угодно, АТО или там какими-то агрессивными действиями. Давайте это полноценная. Это война. Это война полноценная. И мало того, что вы понимаете, практически у нас каждый день гибнут люди. Я много бываю в различных госпиталях. Я много сталкиваюсь с ребятами, которые уже сегодня... ну, как бы выписаны там с госпиталей и так далее. Но они настолько нуждаются в нашей помощи и поддержке, они настолько должны понимать, что они не брошены, и их жертвы, и их тот героизм, те силы, которые они дали и отдали для того, чтобы это... чума не расползлась по всей нашей Украине, чтобы спасти каждого из нас, чтобы нам дать возможность жить той жизнью, которой мы живем сегодня. Понимаете, и когда я вижу, когда ко мне звонят, очень многие люди, много мне звонят, понимаете, потому что все-таки я по-своему для многих ребят, знаете, такой ходячий психолог. Что вот глядя на меня... Собственно, своим примером вы-то можете им помогать, тоже выйти из этого состояния. Абсолютно. И самое главное, я говорю всем людям, которые окружают, не надо жалеть. Ни в коем случае, понимаете, эти ребята не заслуживают жалости. Они заслуживают реальной просто поддержки и дать возможность им найти себя в жизни. А это зависит от каждого из нас. Это зависит, начиная от... министерств, от депутатов, от чиновников
И плюс ко всему, от каждого окружающего человека. Ну, как вы считаете, сегодня, я так вот, собственно, сужу даже по соцсетям. Если раньше любое сообщение о помощи, это тут же куча репостов, тут же там куча возгласов, да, давайте помогаем. Сегодня активность несколько упала. Почему? Люди устали от всего происходящего или возвращаются в свое вот это вот такое сонное состояние «моя хата с краю»? Вы знаете, я вам сейчас скажу. Дело в том, что она не просто упала, активность, она катастрофически упала. И вы знаете, сейчас можно резюмировать то, что это настолько страшная ситуация, которая говорит о том, что вот, наверное, люди привыкают, смиряются с чем-то. Я привожу пример, да? В июле прошлого года возвращается наша греческая 79-ка. Вы знаете, это такой адреналин, это такая была единение города, всех людей, когда вышли тысячи и тысячи горожан, которые с цветами, с любовью, с теплом. Мы обнимали и целовали совершенно чужих нам ребят. Мы кланялись им в пояс. Вот я сейчас говорю, у меня, понимаете, это перед глазами стоит, и я это вспоминаю. Это была реальная, понимаете, оценка героизма и того, что сделали ребята своим мужеством и примером других показал, что можно бороться. Бороться даже не имея обмундирования, оружия, питания, голодные, раздеты. Но они показали, что мы украинцы, что мы казаки, что мы можем и умеем любить Родину, защищать ее и поистине, ну, быть примером для своих детей и внуков, что мы есть нация. Когда вы вспомните, начались большие и трагические смерти, когда выходили всем городом, всем селом, встречали ребят, погибших, мы становились на колени, мы болели за этого, мы плакали и рыдали, когда был этот Иловайск, когда погибли ребята, десантники, которые вот взорвался самолет. Это была трагедия, понимаете, мы плакали, мы перезванивали. Сейчас мы, понимаете, это становится на бытовом уровне. Ты знаешь, опять два двухсотых. Ты знаешь, опять это. Вы вспомните, что у нас творилось в госпиталях. У нас люди в очереди стояли, несли блинчики, варенички, чтобы ребят накормить, чтобы ребятам прийти сдать кровь, чтобы ребятам принести и сделать. Нужны холодильники, пожалуйста. Нужны. Сейчас пустые госпиталя. Сейчас волонтеров вообще нет. Сейчас, собственно говоря, мы входим в какой-то ступор, который... Почему я изначально, в самом начале сказала, что мы пришли к такому Рубикону, что мы должны понимать, что наше вот это изначальное украинское «моя хата с краю», она может привести к трагическим последствиям. Почему я привела свой пример? Свой пример, что, ребята... Мы не можем сидеть, сложа руки. Мы не можем сидеть и ждать манны с неба. Что кто-то сегодня, кто сидит и ждет, что придет хороший дядя и мне принесет и даст 100 рублей, которые я проел, или кто-то мне там что-то подаст. Понимаете, на моем примере вы должны сделать. Сегодня я сижу перед вами и взываю к вас. Взываю к тому, что от каждого из нас зависит наша жизнь. А кто-то сидит на паперти с протянутой рукой. Вы идете по городу, видите, когда стоит мужчина на костылях. У него нет ноги, да, там кусочек, но он мужчина. Он должен, понимаете, взять, зубы сцепить. Что ты можешь? Ты можешь шить обувь, ты можешь ремонтировать одежду, ты можешь сидеть и, извини меня, делать какие-то статуэтки, но ты можешь, ты не можешь просить. А мы сегодня... В нашей стране превращаемся в просителей. Мы ждем помощи от Запада, мы ждем помощи еще от кого-то. Мы сидим и ждем в нашем городе. И когда к нам кто-то придет и вывезет нам мусор, а кто-то придет и построит нам дорогу. Вы знаете, я опять хочу обратиться к вам. Я уже практически более года занимаюсь вопросом коррупции в наших пассажирских перевозках.
Я произвела все расчеты, я подала все возможные документы, я обратилась в силовые структуры. На сегодняшний день у меня есть документ от прокуратуры, который говорит о том, что против руководителей нашего горисполкома возбуждено уголовные дела за нарушение создания правильного подхода к пассажирским перевозкам. Я довожу до каждого из вас и утверждаю, что сегодня оплата за проезд 4 гривны – это абсурд. Мы должны ездить с вами на сегодняшний день минимум 2,50, максимум 3 гривны. Я это доказываю, я это утверждаю. Коррупция. Экономически это подтверждено, обосновано, предоставлено в прокуратуру, в милицию. Вы знаете, я на протяжении года взываю к людям. Господа, прошу вас, у меня есть для этого все доказательства. Пожалуйста, завтра сессия горисполкома. Горсовета. Давайте, приходим. Я рассказываю, доказываю. Обращаемся к депутатам. Воруют у нас с кармана. Давайте делать, потому что это же наши деньги. Реакция есть? Нет. Каждый сидит. Вот я вам привожу пример. На днях мы едем в маршрутке. Едет водитель в маршрутке. Маршрутка каждых 5 минут глохнет. Дверь не закрывается. Жара неимоверная. Он сидит, по телефону говорит, матом ругается. Дверь это. Тут он это дергает. Люди не могут. Сидит один человек, женщина, нормальная. Обращается, говорит, водитель, да что же вы делаете? Мы тут сознание потеряем. О, закройте хоть дверь, мы сейчас повыпадаем. Вы с нас берете по 4 гривны. Сколько вам надо заплатить, чтобы мы могли ехать спокойно, комфортно, не боялись, что мы сейчас попадем с вами в аварию, чтобы вы нам не грубили, чтобы вы не ругались матом. А люди сидят и говорят, женщина, успокойтесь, пожалуйста, дайте, пусть у нас уже доведет спокойно. Вы понимаете? Из 18, да, человек, который так едут в маршрутке, один. Да. И вот мы, исходя из этого примера, мы сейчас можем коснуться всего другого. Вот я разговариваю с людьми, много сейчас езжу и обращаюсь. Люди, почему вы голосуете за одного, а не за другого? Мне люди рассказывают. Ой, я пошла и голосую. Тот такой видный, а тот такой добрый, а тот принес. Такой, вы знаете, все-таки, наверное, подельчивый человек. Вот он пришел, дал 50 гривен, дал нам, как говорится, банку меда или килограмм гречки. А за кого ж нам еще голосовать? Родные мои, я вас прошу, пожалуйста, не живите сегодняшним днем. Вы килограмм гречки съедите, вы мед съедите. Красивый и хороший завтра уедет на Багамы отдыхать. Милый и добрый завтра будет ездить на Мерседесе. А мы с вами будем жить и говорить нашим детям, почему мы, живя в такой богатой, счастливой и благословенной Богом стране, мы сегодня больные, мы необразованные, мы нищие. Почему? Потому что мы живем по принципу «моя хата с краю». Пожалуйста, просыпайтесь. Пожалуйста, помните и думайте о том, что мы хозяева нашей жизни. Мы сегодня можем изменить нашу жизнь к лучшему. Если вы это понимаете, если вы этого хотите, пожалуйста, обращайтесь ко мне, обращайтесь в нашу общественную организацию. Телефоны на экране. Да, сейчас вы видите бегущую строку, где указаны все мои телефоны. Сегодня наш офис Батьковщины находится на Фрунзе. Сегодня наша общественная организация «Патриот» и как волонтер, и как общественная деятельность готовы с вами встречаться, беседовать. И мы вместе только можем решить наши проблемы. Не ждите Деда Мороза, не ждите Снегурочку, не ждите манны с неба. Она не будет, это только в сказках. Только вместе мы сможем построить и сделать нашу жизнь счастливой, богатой и воистину благословенной. Я верю в это. Я надеюсь на вашу мудрость. Я надеюсь на ваше сознание. И я надеюсь в то, что вместе мы обязательно будем жить в счастливой, славной и процветающей нашей стране. Слава Украине! Ольга Николаевна, я так понимаю, рецепт
как все это сделать? У вас есть, вы знаете, как стучать, куда стучать, как добиваться. Я знаю, и могу, и хочу, и призываю всех, чтобы поняли. У меня даже будет 5 звезд во лбу, но я одна никогда ничего не сделаю. И 10 человек ничего не сделает. Только вместе, вместе понимая того, что мы хотим сделать наш двор лучше, наш город лучше, нашу улицу лучше. Мы должны болеть за это. Мы должны просыпаться с мыслью и говорить о том, что мы сегодня внесем маленькую лепту для того, чтобы наш город, наша страна и наши люди были счастливы, как того мы все заслуживаем. Що ж, на жаль, наш час вичерпано, ви такий емоційний співрозмовник, цікаво розповідаєте. Я так розумію, ми ще неодноразово зустрінемось з вами в ефірі. Я нагадую, що у нас в ефірі була гостя Ольга Вербицька, член громадського об'єднання «Патріот». Що ж, я дякую за зустріч, на все доброго. І вам спасибо.